Привет, мои хорошие. Хочу вот показать вам картошку. Одна у меня вот красная, вторая вот такая вот бело-желтая, непонятно. Что хочу сказать, самое интересное, я уже вот не первый год так убеждаюсь и пробую, все равно сажаю. Вот эти вот кожурочки, чистила картошку на еду и покрупнее срезала с отростком и сажала вот эту красную картошку. Я ее и не поливала, только дожди что поливали. Единственное, вот обрезала, блин, когда сейчас стала копать. Вот. Она росла сама по себе, как говорится. И вот эта картошка, за которую я, как можно сказать, ухаживала, бело-желтая вот эта. Это из одной картошки, которую я ложила целиком, вот такую картошину. Что из нее вышло? Вот. Пуховый. И вот такая вот, вот один корень выкопала, и вся картошка. Хотя здесь и ботва была дольше, и все. Здесь уже и ботва высохла. И вот убеждаюсь, что здесь вот, сколько бы я ни сажала, люди говорят, да ну она не хорошая, она плохая. Нет, она растет хорошо и вкусная, мне нравится. Видите, у всех, конечно, вкусы разные. Вот так вот. И вот я хочу развести эту картошку. Прошлый год я оставляла свои же семена, вот немножко как бы такие. И вот из нее я штуки 3 или там 4, я не знаю, я кожурочки срезала и делала. По-другому у меня не получилось. И вот так вот она вот. И убеждаюсь, что она все-таки здесь лучше урожайнее. Тем более, что если дожди когда идут, она вообще будет крупная. В прошлом году у меня вот такая была, даже еще, наверное, крупнее. Но тоже у меня было мало ее. Потому что, ну, так мало, вот не было семян у меня. И никто здесь их не продает. Ну, постепенно я их как бы это оставляю вот на семена. Может быть, и разведу, когда. В Китае семена покупала красные, вот такой же, ну они вообще, они не помидорные, ой, не помидорные эти, не похожие на картофельные эти семена, без толку. Я так и почувствовала, они даже не взошли, те семена, что прислали мне. Вот. Здесь я купила в этом году желтые вот такой белой картошки, но тоже пока еще ничего не пробовала ее, не знаю, что получится. Ну, а это вот крупная, хорошая картошка, прям сажала ее специально, это, ну, вот ничего не вышло. Вот так. Вот такие вот дела. Вот у меня еще перчик такой красивый. Катя, если ты вот смотрела тогда, в этом видела, да, сиреневые вот такие. Вот у меня все они были сиреневые. Вот сначала они вроде как бы зелененькие, потом вот видите, вот зелененький такой появляется зародыш, потом он становится сиреневым, а потом становится желтым и вот таким оранжевым красным. Горький перец, вкусненький, острый такой, домашний. Вот он у меня в горшочке так и тут. Ну все, мои хорошие, поделилась с вами своими этими впечатлениями и не знаю, радости, не знаю, это вот мне прям нравится, вот это вот хорошо растет и вот так вот. А это, ну что, я вот мучаюсь, не вроде картошку хорошую и все, ну толку от нее. Не буду я, наверное, больше такую. Вот мне нравится вот это, она и хорошо уродится и все. И сажала-то я ее не в землю кожурки, поверх земли прям засыпала. Думаю, дай-ка я сейчас посмотрю, что там. Ну, она все-таки росла же, эти быстылы-то были. Ну вот, выкопала вот так вот, разница какая. Все, мои хорошие, всем пока и до новых встреч!